Новый год – это чудесное время, когда и взрослые, и дети верят в чудо и ждут какого-то новогоднего волшебства. Но если вы вдруг перестали верить в чудо, то я предлагаю вам подборку новогодних книг, которые поднимут вам ваше новогоднее настроение. Итак, начнем. Первая книга с незатейливым названием «Рассказы к Новому году». Здесь собраны житейские истории о том, что чудеса все-таки свершаются. У кого-то исполнится желание, а кто-то сам, нарядившись Деда Мороза, станет исполнять эти желания. Повесть «Кот на Рождество» вот уже более 20 лет входит в список мировых бестселлеров. Ее автор Кливленд Эмори, основатель фонда защиты животных, доказывает, что без кота и жизнь не та. В своей книге он собрал интересные забавные случаи совместного проживания с этим животным. Все любят хорошие истории со счастливым концом, даже если не признаются себе в этом. Книга Фенни Флэг «Рождество и красный кардинал» – это сказка, замаскированная под реализм. Здесь все заканчивается хорошо. Все находят свою любовь и свое счастье, излечиваются от болезней, а в конце идет настоящий пушистый рождественский снег. Ну и как же в Новый год без великого современного сказочника Нила Геймана? В своем романе «Никогде» он рассказывает о мистическом мире, о другом подземном Лондоне, где живут демоны и ангелы, а настоящим оружием является слово. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю вам здоровья и счастья. И еще я хочу, чтобы вы в этот год пережили настоящее новогоднее чудо. До новых книг!